Итак, всем добрый вечер. Меня зовут Елена Горбачевская, я врач-эксперт, и в корпорации Siberian Wellness я уже 25 лет. Это для тех, кто меня, может быть, не знает. Сегодня у нас с вами очень интересная тема, как всегда. Коллаген. Пить или не пить? И на самом деле, кто-то думает, что это дань моде, кто-то думает, что это необходимость. Вот мы с вами немного сегодня и поговорим об этом и разберемся. Надо или не надо? Давайте начнем с того, что такое коллаген. Коллаген – это структурный белок, который необходим нашему организму для того, чтобы сделать хороший, прочный, качественный каркас. То есть это структурный белок, который составляет основу всей соединительной ткани организма. И вы видите на слайде, что коллаген у нас занимает где-то 30%, то есть это самый распространенный белок, 30% белка от белка всего нашего организма. От 25 до 35, ну, средняя цифра 30%. И на слайде вы хорошо видите, сколько занимает коллаген процентов от сухого веса. Ну, вот, например, склер наших глаз. Или от процентов, то есть, видите, 70-80% кожи сухого веса – это все коллаген. Ну и видите по степени распространения, коллаген он у нас везде. И вот как раз вот весь наш, еще раз скажу это слово, чтобы вы его запомнили, каркас, да, вся наша соединительная ткань по факту очень зависит от коллагена. И на следующем слайде вы увидите как раз достаточно много информации, она на одном слайде у меня, но тем не менее мы сейчас с вами подробно разберем как каждый момент. Итак, я уже сказала, что это основной структурный белок. Я с телефона, поэтому буду подсматривать еще в презентацию и смотреть, еще у меня есть план, чтобы все вам рассказать. То, что это основной структурный белок, сказала. Всего нашего внеклеточного матрикса, соединительной ткани. То, что самый распространенный белок, тоже сказала. И вы видите еще раз здесь про тот факт, который уже говорила, о том, что где находится коллаген. И кости, и кожа, и волосы, и роговица, и глаза, сосуды, кишечник. Дентин в зубах. И поэтому я к чему это еще раз повторяю, чтобы мы сразу с вами и понимали уже в дальнейшем, для чего нам, в принципе, коллаген необходим. Если он у нас является структурным компонентом, как видите, всего организма по факту, и конкретно я вам называю такие важные локализации, то мы понимаем, что точка приложения коллагена, когда его нехватка, и когда нам не хватает, и когда у нас появляются какие-то симптомы, связанные с этими, ну, так скажем, структурами, связанные с этими системами. И, соответственно, нам необходим коллаген, бывает именно для того, чтобы восстановить работу именно этих структур. Поэтому сразу мы перейдем к дефицитам. Вообще, что действует у нас на, что вызывает недостаток коллагена. На недостаток коллагена действует, ну, первое, самое простое, конечно же, наш образ жизни. Тут мы ничего нет, точнее, тут мы наоборот можем сделать много чего, но курение, например, какие-то вредные привычки, неправильное питание, воздействие солнечных лучей, ультрафиолетовых, все это действует на то, что у нас в том числе и снижается и коллаген. Недостаточное потребление просто белка, да, там, ну, так скажем, несбалансированное питание. Все это в том числе и способствует снижению коллагена. Еще один такой вот уже как раз на то, что, на что мы практически не можем повлиять. Мы здесь можем только как раз скорректировать это нашим образом жизни. Конечно же, на недостаток коллагена, на снижение коллагена влияет наш возраст. И содержание коллагена
в 20 лет и содержание коллагена, например, в 50 лет, это абсолютно разное. И с возрастом мы с вами, конечно же, коллаген теряем. К тому же есть коллаген тот, который мы с вами извне у нас поступает, и есть еще все-таки тот коллаген, который у нас вырабатывается с вами в организме. И вот тоже для того, чтобы у нас вырабатывался наш эндогенный коллаген, нам также необходимо правильное питание, необходимо определенные условия образа жизни и еще некоторые очень важные моменты. Итак, про то, что какие признаки недостатка коллагена вы можете у себя обнаружить. Ну, помимо того, что появление морщин, это, ну, как бы, опять же, есть люди, которые еще молодые по возрасту, но у них есть морщинки. Есть люди, которые постарше, у них вроде бы как бы их нет, да, то есть это может быть какая-то генетическая, опять же, особенность, может быть как раз тот самый образ жизни, который влияет. Но тем не менее, ранние морщины, растяжки. А растяжки бывают не только у людей с лишним весом, но и с, даже с недостатком веса растяжки тоже бывают. Это уже, конечно же, ну или с нормальной массой тела. Это вот как раз один из симптомов недостатка коллагена. А следующий признак недостатка – это целлюлит. Ну, конечно же, мы помним про то, что целлюлит – это, ну, там не единственный, не единственная причина недостатка коллагена, там прямо ряд факторов. Но, тем не менее, снижение уровня коллагена также приводит к целлюлиту, к развитию целлюлита. Также является одним из недостатков коллагена это плохое заживление, наличие рубцов, появление рубцов. То есть бывают, конечно же, различные заболевания, да, которые способствуют образованию рубцов, избыточному образованию рубцовой ткани, но очень часто, чаще, как раз причиной является именно недостаток коллагена. Ограниченность подвижности суставов, вообще различные боли. Боли в суставах, боли в мышцах, боли при физической нагрузке, ограничения именно работы. И когда, например, человек обращается в поликлинику, да, там, ну, к специалисту, у него вроде бы как бы все и нормально, диагноза как такового нету, тогда ставятся те самые артралгии, там, миалгии, то есть какие-то непонятные боли. О чем эти боли мы ну, можем только предполагать. Проницаемость кишечника, признак недостатка коллагена, то есть нарушение работы кишечником. Ломкость ногтей, тусклый цвет волос, как раз те самые секущиеся кончики, когда вроде бы человек следит за волосами, но тем не менее вот они как-то не очень хорошо себя проявляют. Ухудшение остроты зрения, тоже такая актуальная проблема. Притом эта острота зрения может быть как и снижение остроты зрения, то есть подтвержденное изменением диоптрий, да, то есть когда остроту зрения измеряют, и она меняется, так это может быть и тогда, когда вроде бы по остроте все в норме, а человек видит хуже. Мышечная слабость, потеря вообще вот сил мышечных, плохая переносимость физической нагрузки, это тоже может свидетельствовать о недостатке коллагена. Но при этом, конечно же, все эти симптомы, которые я перечислила, они не такие специфические, прям что это только от недостатка коллагена, тоже это понимаете, но достаточно часто от этого все-таки и зависит. Ну, здесь уже сразу же говорится про то, что дают применение употребление рыбного коллагена, но мы к этому вернемся немного позже, поэтому давайте пойдем дальше. Мы поговорим с вами о том, каким бывает коллаген, какие типы, какие виды коллагена бывают. И коллаген бывает, ну, то есть у нас с вами здесь есть коллаген по природе своей, да, он бывает животным, растительным и рыбным. И есть еще так называемые типы коллагена. Начнем с происхождения. Животный коллаген, ну, как вы видите, вот недорогие узконаправленные
ну, узконаправленные животные коллагены. Ну, все мы знаем бульоны. Кстати, сразу про бульон. Чем вообще отличается? То есть коллаген может быть в виде добавки, конечно же, животный коллаген, да, мы с вами тоже знаем и пользовались. У нас есть в фитосорбенте суставном и животный коллаген в одном, да, и другая форма рыбный коллаген. И есть еще простой животный коллаген, это у нас бульон, это у нас различные там холодцы, да, то есть насыщенные отвары. Тоже хотелось бы сказать про то, что помимо узконаправленности, видите, да, это больше все-таки как раз тема суставная. Мы все-таки с вами не можем отследить, сколько именно например, в нашем бульоне находится коллагена. Это зависит от разных факторов. Это зависит от того, что мы туда положили, то есть разная концентрация каждый раз. И поэтому состав он тоже разный. Поэтому я сразу как бы на будущее говорю про то, что все-таки, когда мы принимаем препараты коллагена, и когда мы принимаем что-то заменяющее, то есть естественное, да, то есть естественные продукты, это не значит, что их не надо принимать. Но полагаться только на эти продукты мы, конечно же, не можем, потому что мы не знаем, сколько там, мы не можем принимать постоянно. Мы дальше тоже проговорим с вами про то, сколько необходимо принимать коллаген, как быстро он выводится. Поэтому здесь это тоже очень важный момент. Итак, виды коллагена еще раз. Это животный, как мы уже с вами проговорили, он более узконаправленный. Это коллаген растительный. И здесь немножко спорный вопрос, он еще мало изучен, растительный коллаген, и это больше, можно сказать, можно назвать это пептидами, которые, то есть это пептиды, такая цепочка из аминокислот, такая определенная, да, по-простому. И он еще недостаточно изучен, растительный коллаген, и вопрос спорный вообще, является ли он именно тем самым полноценным коллагеном. Ну и вот, как вы видите, рыбный коллаген, они по соотношению цена-качество хороши и обладают широким воздействием. И следующий момент, что у нас есть известные типы коллагена. Типы коллагена это 25, ну где-то даже говорится в других источниках 28%, ой, 28 типов, то есть коллагена есть. Основные типы вы видите на слайде представлены. Это первый, второй, третий, пятый типы. И, собственно говоря, тот самый первый тип, который мы используем в качестве коллагена, который у нас есть в наших добавках, это тот коллаген, 80-90% коллагена входит, составляет, точнее, 80-90% и входит как раз в сухожилия, органы, кости, то есть является коллагеном широкого спектра. Ну и остальные вы видите. Второй тип – это хрящи колени, плечи и других суставов. Третий тип – это как раз он связан с первым часто, то есть, как бы так скажем, они синергичны. И пятый формирует волосы, является компонентом кожи. Но вот как раз первый тип, он у нас самый распространенный и нам необходим. Далее. Давайте поговорим про коллаген и молодость, да, то есть тоже такой момент. Кто-то считает, что коллаген, знаете, есть два таких полярных мнения. Кто-то говорит, что коллаген нужен для суставов только, да, и все. Вот суставы и не больше. Кто-то говорит, что коллаген нужен для молодости, для того, чтобы выглядеть красиво и долго быть молодым. Ну, на самом деле, еще раз про коллаген. Так как мы и уже видели с вами, что коллаген находится и в коже, и коллаген находится, опять же, и в наших внутренних органах. То есть, почему мы говорим про кишечник? Кишечник – это тоже очень важный момент, потому что, ну,
неоднократно мы с вами говорили, что все зависит вообще от пищеварения. И тем более, если мы говорим про кишечник и про какие-то воспалительные заболевания, которые очень часто бывают у нас, и про хроническое воспаление, то самое, которое мы тоже про системное воспаление неоднократно поднимали тему. Как раз коллаген и является тем самым компонентом, который помогает и снимать воспаление и в кишечнике, и в суставах, ну и вот, конечно же, поддерживать нашу красоту. Самый распространенный компонент межклеточного матрикса, как вы видите, составляет до 75% массы сухой массы кожи. И то, что вам говорила, что в 50 лет коллагена уже в коже содержится примерно в 2 раза меньше. Примерно в 2 раза меньше. И вы видите как раз те цифры исследований. И самое главное, посмотрите, для того, чтобы получить хороший результат, нам необходимо принимать коллаген 90 дней. Это 90-120. Ну, то есть получается 3-4 месяца мы принимаем коллаген. И результат сохраняется в течение 4 недель после окончания приема коллагена. Это вот согласно как раз тем исследованиям, которые проводились, которые мы могли внешне оценить, да, то есть которые были оценены именно. И это очень важный момент, который я потом постараюсь повторить еще раз, когда мы будем говорить про применение, что прием коллагена обоснован именно в течение 3-4 месяцев для того, чтобы получить хороший, стойкий результат для замедления старения кожи и, в принципе, для вообще для того, чтобы нормализовать работу и дать нормализовать работу организма, да, то есть тех структур, которым нужен коллаген, и для того, чтобы получить стойкий результат. И в течение месяца, да, где-то в течение 1 месяца, то есть 4 недель, этот эффект будет сохранен. А дальше, как вы видите, начнется уже, опять же, обратный отсчет. То есть это о чем, к чему я это сейчас так подробно говорю, про то, что когда мы эпизодически принимаем коллаген, или когда мы принимаем коллаген, например, месяц, ну, упаковка у нас, упаковка на 40 дней. Сразу буду говорить про наш коллаген, то есть забегая вперед, чтобы сразу это все связалось. Когда упаковка на 40 дней у нас используется, одной упаковки для хорошего, стойкого результата будет недостаточно. Это к вопросу о том, пить коллаген и сколько его пить. Далее. Про то, что у нас находится, про какой именно коллаген у нас находится, низкомолекулярные пептиды коллагена в нашем замечательном коллагене. И это очень важный момент, потому что вообще, как работает наш коллаген? Как работает, в принципе, коллаген? Когда коллаген достаточно такая ровная, четкая, большая цепочка. То есть пептиды вот коллагена, они такие большие. И когда они поступают в организм, они плохо, ну, недостаточно хорошо усваиваются. В каком плане? Где-то 50% биологическая доступность. Но чем отличаются пептиды коллагена, именно пептиды коллагена низкомолекулярные? Они сразу же подготовлены таким образом, что там находятся, они уже разделены на мелкие, короткие цепочки для того, чтобы они лучше усваивались. И в этом это является особенностью именно нашего коллагена. То есть используется именно эта молекулярная масса для того, чтобы была выше биологическая доступность. Это очень важный момент, потому что есть часто, ну, идет разговор про то, что недостаточно хорошо усваивается у нас, ну, в принципе, коллаген. То есть за счет того, что он определенным образом сырье, используется определенное сырье, как раз и идет
То есть эти пептиды коллагена – это те пептиды, которые получены путем ферментации. Ферментации коллагеновых нитей, то есть расщепление на более мелкие, и оно за счет этого и усваивается. Далее, что у нас? Мы получаем с вами как раз результат, еще раз про бульоны. Бульоны и желатины мы не можем знать, как они усваиваются, какие у них цепочки, то есть насколько высока их доступность. Конечно же, здесь ничего точного мы не обещаем. Про то, для чего еще нужен коллаген. Помимо красоты, у нас, видите, с вами все равно упор как бы на красоту, а коллаген еще нужен для людей, которые увлекаются спортом, не обязательно даже увлекаются спортом, для тех людей, которые ведут активный образ жизни. Опять мы с вами говорим про подвижность наших суставов, про нашу гибкость. Недаром на заставке слайдов такая женщина, да, очень пластичная, и это очень важный момент. То есть, так как у нас все-таки соединительная ткань как раз отвечает за нашу подвижность, за нашу выносливость, и как раз коллаген, как вы видите, 65-80% составляет, да, опять же, от массы, от сухого веса сухожилий. То есть это никуда от этого не денешься. А для чего коллаген нужен людям, ведущим активный образ жизни? Притом, вы знаете, я бы сюда дачников бы обязательно включила, потому что скоро у нас начинаются дачи. Сейчас заканчивается зима. Все, кто увлекался лыжами, там, спортом, каким-то коньками и прочим, для всех, кто любит ходить пешком, кто выхаживает свои 10 тысяч шагов, помимо того, что еще ходит в течение дня, а для всех тех, кто занимается еще какими-то физическими нагрузками, и вот как раз для дачников, тоже очень активное, очень необходимое подкрепление. Для чего? Помимо того, что коллаген снижает, как видите, дискомфорт в суставах и боли, ну, в коленях, не только в коленях, естественно, то есть дискомфорт и боли в разных суставах, улучшает подвижность, он также помогает быть более выносливым. То есть, например, если человек идет в зал, ну или не в зал, выполняет какие-то нагрузки физические, то он может, например, более долго не уставать, может более долго не испытывать какой-то дискомфорт или какие-то боли, потому что, ну, когда мы занимаемся, да, те, кто занимается, все равно болевые моменты какие-то, они присутствуют. Иногда бывает так, что человек комфортно занимается, болевых моментов нет, но восстановление идет достаточно долго. Так вот, коллаген как раз помогает восстанавливаться после тренировки. Конечно же, если мы говорим, опять же, более про спорт, это не только про коллаген, да, нам не только нужен коллаген, нам нужен, конечно же, по-хорошему бы и карнитин, нам нужно и БЦА, нужно и все, но, как мы знаем, белок, он есть белок, у нас все-таки это наша основа, как вы видите, и нам необходим именно вот этот вот фундамент, необходим именно наш этот матрикс для того, чтобы быть более, я даже не знаю, какое слово сейчас подобрать. Про выносливость мы сказали, про форму мы сказали, потому что это и та самая форма, та самая основа внутренняя, которая помогает предотвращать различные разрывы связок, надрывы. Это не обязательно каждый раз. Каждая тренировка – это все равно микроразрывы, микротравмы. Вот, как раз коллаген помогает также предотвращать эти самые разрывы за счет того, что ткань становится более упругой и эластичной. Соответственно, ей не надо рваться для того, чтобы сделать еще какие-то нагрузки. И еще очень важный момент про то, что коллаген все-таки обладает в том числе и противовоспалительным действием. Оно не прямое, но посредственно противовоспалительное действие также у коллагена есть. Поэтому для людей, которые занимаются спортом, для людей, которые занимаются физическими нагрузками различными, это не обязательно спорт, это даже та же самая дача,
И тем более мы помним, что люди, занимающиеся дачей, это все-таки люди постарше, поэтому им это тем более надо. Ну, также мы еще с вами еще раз возвращаемся к тому, что на следующем слайде вы сейчас увидите, для чего еще раз нужен коллаген. Низкомолекулярные пептиды, да, у нас как раз благотворное воздействие еще раз суставы, хрящи, волосы, ногти. И мы видим с вами как раз то, что я сказала насчет противовоспалительного действия, да, как раз уменьшает болезненность при остеоартрите. Ну, то есть мы с вами помним, артроз – это дегенеративное заболевание, то есть уже, так скажем, кто-то говорит, возрастное, кто-то фиброзное, то есть, ну, то есть это не воспалительное. Артрит – это воспалительное, то есть и при артрите в том числе также уменьшается болезненность. Улучшают рост ногтей, да, снижая их ломкость, естественно. То есть мы говорим с вами не просто про рост ногтей или про рост волос, мы с вами говорим еще и про качество ногтей, про качество волос. То есть это естественно. То есть основные точки приложения, еще раз, коллагена, да, если мы говорим про то, что нам необходимо, это ну, кожа, красота внешняя, то есть качество кожи, отсутствие морщин, да, там или уменьшение морщин, сухость также, да, то есть сухость кожи тоже недостатком коллагена, естественно, вызвана. Это на наши суставы, на хрящевую ткань, на соединительную ткань, связки, мышцы, то есть это все. Опорно-двигательный аппарат у нас, конечно же, очень сильно зависит от коллагена, потому что это основной строительный белок. Волосы, ногти, кишечник тоже мы вспоминаем. Сюда же все равно добавляем сосуды. То есть вообще сосуды, они у нас тоже, естественно, в том числе состоят и из соединительной ткани. Соединительная ткань – это важный очень момент в сосудах, поэтому опосредованно можно сказать, что при приеме коллагена мы нормализуем даже там наше артериальное давление и прочее, и то есть вообще работу сосудов, потому что меняется тонус, то есть они становятся более эластичными. То есть получается, что коллаген нужен нам для всего организма. Ну, то есть, если с русского на русский перевести. И чем он, какой коллаген представлен у нас с вами в компании, это комплекс с пептидами морского коллагена от Siberian Wellness. Сейчас вы увидите, вы все, я думаю, знаете эти комплексы. Коллаген первого типа с низким молекулярным весом. И как раз он обеспечивает высокую биодоступность и широкий эффект на организм. То есть это как раз тот самый коллаген, который нужен нам для того, чтобы воздействовать на все точки приложения, ну, на основные, которые нам необходимы. А также в коллагене, то есть мы используем сырье, качественное сырье, про то, что он рыбный. Я уже сказала про то, что он более широкого действия. Также, если мы говорим про конкретное сырье, которое используется в Siberian Wellness, то мы помним, что у нас, то есть мы используем сырье Amicadgen компании, и, соответственно, вы видите, то есть, что он запатентован метод вот той самой, который обеспечивает высокую усваиваемость и чистоту сырья. То есть это тоже очень важный момент, потому что если мы говорим про сырье, то наша компания, она всегда очень трепетно относится к поставщикам сырья. И если у нас что-то не так, я каждый раз об этом говорю, потому что это вот очень важно. 25 лет меня всегда это, ну, и восхищает, и для меня это очень важный момент, что если у нас что-то не так с сырьем, то у нас нет продукта. Если у нас какие-то проблемы, у нас, ну, то есть мы не будем брать это сырье. Это очень важный крайний момент. То есть качество сырья на высоком уровне. Поэтому можно смело им пользоваться. Витамин С, что очень важно тоже, коллаген усваивается. Сейчас с вами поговорим еще, как его необходимо принимать для того, чтобы он усвоился. Но для его усвоения очень важен витамин С. И вот как раз мы видим с вами витамин С здесь в качестве, в виде, точнее, аскорбата натрия.
именно той самой формы, которая не раздражает слизистую желудка, не влияет на зубную эмаль и как раз усиливает действие коллагена. Ну, и вы видите, что коллаген там у нас, вот если мы дальше с вами посмотрим на отдельные комплексы, то есть у нас три типа коллагена, и коллаген состоит у нас из там, 15 аминокислот, но вот основные пролин, гидроксипролин и глицин. То есть это основные, как бы, так скажем, звенья, из которых строится коллаген. И именно они используются организмом для выработки эндогенного коллагена, того самого нашего внутреннего коллагена, который нам необходим. Итак, виды коллагена, которые есть у нас, мы с вами основные, все-таки я рекомендую использовать именно в виде постоянного комплекса пептидов морского коллагена. Есть оригинальный вкус. То есть дальше вы увидите оригинальный вкус. Это как раз тот самый вкус без каких-либо добавок. Вы видите по содержанию его, что здесь 4,6 грамма коллагена первого типа, 15 аминокислот и 70 миллиграмм витамина С. Как раз того самого аскорбата натрия. По вкусу... Ну, по вкусу кто-то спокойно к нему относится, кому-то вкус не очень нравится. Я из тех, кому вкус не очень понравился. Его как бы нету, но как бы он все равно ощущается. Я всегда за честность, поэтому сразу говорю, чтобы не было каких-то ожиданий. А сразу по приему, как мы можем принимать, вообще как правильно принимать? Для того, чтобы коллаген действовал, хорошо действовал, необходимо принимать его за 30 минут до завтрака. Если мы принимаем его вечером, это могут быть различные побочные действия, там, отеки и прочее. А вот утром натощак отлично за 30 минут до завтрака разводим коллаген. Если вы принимаете коллаген оригинальный и вас как-то не очень вам нравится вкус, то вы просто-напросто добавляете этот коллаген либо в сок, либо в протеиновый напиток. Это все допускается. Либо разводите в воде просто. То есть, если все окей, то есть по вкусу вам. Следующий вид коллагена, ну, не вид, точнее, вид тот же самый у нас с одной стороны, но там появляется уже вкус ваниль-черника. То есть мы видим с вами как раз, что здесь есть состав, ну, практически тот же самый 4,1 грамма коллагена, чуть-чуть у нас, видите, 0,5 поменьше коллагена, но здесь добавляется экстракт ацеролы черники, то есть дополнительное усиление. Я сама принимаю конкретно этот коллаген. И, в принципе, то есть по вкусу он очень комфортный, очень приятный. Каждый день утром за 30 минут до завтрака я его выпиваю. Переносится он тоже здорово, ну, то есть прям хорошо, переносимость отличная. Вот у оригинального мне как-то вот было некомфортно его переносить. Ну, это опять же, это мое личное, как бы я вам говорю, свои ощущения, потому что, ну, муж у меня вообще спокойно пьет оригинальное, его там ничего не смущает. И ему все хорошо, все усваивается. И еще третий вид коллагена, абсолютная новинка. У нас она уже есть. Очень, очень с приятным, очень запахом. Даже через упаковку клубника лайм. Вы видите, здесь мы видим 3,9 грамма. Ну, то есть практически вот по дозировке тоже сейчас скажу, какая дозировка рекомендуется. То есть отличный коллаген. Рекомендуемая дозировка, она идет разная, но ну, в среднем у нас с вами есть мерная ложка в коллагене, и как раз где-то это 4-5 грамм дозировка, которая рекомендуемая ежедневная. Собственно говоря, она у нас с вами и есть в одной порции. То, что вот мы видим, одна порция продукта содержит. И плюс все те усилители, которые есть, они тоже помогают именно усваиваться тому коллагену, который у нас находится в упаковке. То есть аскорбат натрия и там, где ацерола. То есть это все усиливает. Что еще очень важно по поводу коллагена сразу же, потому что... Ну, мы скоро включим чат для того, чтобы вы вопросы задавали.
Но что еще важно очень сказать про коллаген? Кому его можно, кому его нельзя? В принципе, коллаген показан, ну, всем. Есть вопросы про беременных. Тут тоже, то есть с точки зрения беременным точно так же можно коллаген принимать, но что беременным, еще есть такой важный вопрос про детей и важный вопрос про людей с онкозаболеваниями. Так вот, что для одной, что для второй, что для третьей категории, ну, беременные, кормящие, дети и люди с онкозаболеваниями. Коллагеном всем показан, но каждый раз рекомендуется советоваться с врачом. Ну, то есть бывают, вот если мы говорим про онкологию, то бывают моменты, согласовывать с лечащим врачом, но в период, так скажем, каких-то моментов, то есть восстановительных, то коллаген, наоборот, необходим. Также про беременных кормящих им коллаген нужен точно так же. То есть это, в принципе, по факту еда. Еда, которая нам ну, необходима ежедневно, но мы не съедаем, опять же, мы не можем с вами съедать килограммы того самого холодца, желатина и прочего. И потому что мы, еще раз скажу, мы не знаем, сколько там этого коллагена, и в том объеме мы просто это не сможем употребить. Далее. Ну, про детей тоже. По поводу еще важного момента. Так, про отеки я вам сказала, да, про то, что мы используем все-таки коллаген утром. Это принципиальный момент. Ну, если не получается утром, потому что иногда кто-то пьет таблетки разные или ну, специфические, которые там до еды, да, потом обязательно поесть. Ну, то есть разные бывают ситуации, но все равно старайтесь это делать где-то натощак и все равно в первой половине дня. Сейчас еще посмотрю, что это, пока посмотрю про ваши вопросы как раз. Пишу вопросы. Так. Ну, кстати, что еще вызывает тут как раз этот вопрос? Так, вопрос. Так, сейчас открою, потому что мне перескочили. Последняя причина, кстати, снижение коллагена, одна из причин еще и повышенный сахар, повышенное потребление сахара. Так. Так, экстракт стевии. Человек истечет, нельзя сахар, стоит ли его принимать? Ну, смотрите, если все-таки у человека есть, в смысле, если ему нельзя принимать продукты, содержащие сахар, у него все равно есть какое-то количество разрешенного того самого сахара, который ему принимать можно. Но тем более вы можете взять другой коллаген, не обязательно клубнику лайм, и использовать. Потому что, например, даже тот же самый ваниль, черника, та же самая, она у нас не содержит стевию. То есть вы можете просто другой взять вид. Какая допустимая максимальная порция? Ну, порцию мы не увеличиваем, в принципе. Смотрите, главное регулярность. Есть такие данные, что начинаем с меньше, потом уходим там еще на больше. Если вы будете каждый день принимать вот эти две мерные ложечки, которые там написаны, то есть дозировка 5 грамм порошка, ну вот она, ваша максимальная порция. А если вы хотите усилить, ну, например, с точки зрения красоты, ну, добавьте гиалуроновую кислоту, бога ради. Ну, будет это лучше. Если необходимо какое-то другое усиление, то добавляйте коллагена. То есть, ну, это не значит, что на коллагена там несколько порций съесть, чтобы было лучше. Просто добавляйте что-то другое. Если утром за 30 минут до еды принимается таурин и пик, то как сочетать с коллагеном? Вот здесь вы как раз можете за 30 минут до обеда принять коллаген. Так, добавляю напиток с аминокислотами утром натощак. В такой смеси можно? Ну, в принципе, вы можете попробовать ничего такого там предосудительного, либо тоже разнести в разное время. То есть тоже это допустимо.
Специальная подготовка для приема коллагена нужна. Так, добрый вечер. Специальная подготовка нужна для приема коллагена. Плохая кожа, сухая волосы, суставы, крошатся зубы. Что можно еще добавить? 47 лет женщине занималась спортом. Знаете, специальной подготовки сильно не надо, но если мы вспоминаем нашу программу «Чистота, энергия, гармония», то мы можем с вами как раз здесь все-таки добавить что-то из либо сорбента, либо там истоки чистоты и все равно принимать коллаген. Ну и налицо вот то, что перечислено, это все-таки недостаток витаминов, микроэлементов, прям такой очень-очень прямо сильный. Поэтому я бы тут еще бы даже добавила бы чего-нибудь. Ну, то есть там надо прицельно, конечно, смотреть, что еще не так, какие-то жалобы, возможно. И сейчас вот органический кремний, слава богу, опять появился, и экстракт бамбука. Ну, по крайней мере, в Новосибирске он появился. Я видела, что в Москву он тоже, крайней мере, уходил. Ну, то есть стоит, что в ближайших поставках или, может быть, даже уже тоже появился. Вот, поэтому я бы здесь обратила внимание, 47 лет, тем более это такой период как раз у нас, когда нужно женщину очень хорошо поддержать. Поэтому специальная подготовка не нужна, но мы можем добавлять и сочетать прием коллагена с чем-то из программы очищения. Так, можно ли коллаген при гепатозе, жировая неалкогольная дистрофия? Ну, да, можно. Вот если вот эти все коллагенозы смотреть, ну тут не коллагеноз, конечно, немножко не так сказала, а жировая неалкогольная дистрофия можно. То есть этот гепатоз, то, что мы замещение сейчас идет, часто бывает, что замещение там фиброзной тканью, и люди тогда говорят, не надо пить коллагены, потому что у вас фиброз. Противопоказания у коллагена есть. Тогда, когда есть какие-то системные серьезные заболевания, ну, там эти различные коллагенозы, и то часто очень коллаген даже наоборот необходим. И редко, когда его нельзя. Или когда вот такая вот патологическое образование идет различных рубцов. Вот мы опять тоже видите, вот какая грань такая тонкая. При недостатке коллагена может быть избыточное образование рубцов. Ну и бывают отдельные заболевания, когда вот прямо вот, ну, чтобы не было, и тут же образуется рубец. Это другая ситуация. Это вот именно поломка, когда идет генетическая. Но это очень у небольшого количества людей. Поэтому вот при гепатозе, то, что вы написали, можно. Можно ли коллаген и пик вместе принимать за 30 минут до еды? Ну, вы можете принимать, можете разносить. Вот тоже, в принципе, ничего такого. Коллаген в молоке можно ли разбавлять или нет? Ну, если мы разбавляем, например, протеиновый коктейль, там, не знаю, в основном это смесь воды с молоком, но кто-то на молоке, то теоретически можно. Ну, просто как-то коллаген, вот если особенно он с какими-то добавками, то в молоке как-то в основном не растворяется. В соке можно, если вы с протеином его размешиваете, то тоже можно. Ну, так вот в молоке я, наверное, в принципе, можно. Но не знаю, как. Так, клиента после приема пищи 70 лет, минут через 20 слабит кишечник. Может ли коллаген решить этот вопрос? Так, получается, что у клиента после приема пищи, то есть я так поняла, что после каждого приема пищи идет послабление кишечника через 20 минут. Ну, это какой-то не могу вам сказать, что это прямо решит вопрос, вот данный вопрос решит. Тут надо разбираться, что с человеком, да, то есть это может быть рефлекторные какие-то вещи, может какая-то быть проблема, которая здесь разбираться, конечно, надо. Не могу на 100% сказать, что поможет ли коллаген при этом. Но коллаген все равно при проблемах, вот как раз вот можно ли пить коллаген, если есть проблемы с желудком, можно. Если есть проблемы с желудком, если есть проблемы с кишечником, если есть какие-то проблемы такие непонятные, вот, и человек идет, обследуется, и вроде бы все нормально, но вот как-то вот все равно непонятно что, да, то есть то коллаген в этой ситуации, ну, больше в
плюс, да, то есть он все-таки больше поможет, но не всегда, просто дело только в недостатке коллагена. Пить можно, если есть проблемы с желудком. Спасибо за эфир, пожалуйста. Так, ну вот вроде бы. А, так, подождите. Ага, у меня тут как-то не все показывали. Сейчас еще посмотрю. Я думала, все, еще не все. Если пить истоки чистоты и коллаген, если пить истоки чистоты и коллаген, то он полностью усваивается или будет частично вымываться. Ну, смотрите, вы пьете коллаген за 20 минут до, ой, ну, за 30 минут до еды. Потом вы еще, ну, за 30, кто-то все равно там пока побегает побольше, походит. И дальше выпиваете истоки уже во время еды. То есть вы их разносите по времени, и, в принципе, не будут они вымываться, не будет коллаген вымываться. Если вы все-таки сомневаетесь, вы можете истоки чистоты выпивать утром, вечером, а коллаген в обед. То есть, чтобы не было никакого конфликта внутреннего тоже в том числе. Ну и тогда это точно разнесется по времени на несколько часов в любом случае. Так, подскажите, пожалуйста, можно ли ускорить? Можно ли ускорить действие коллагена именно в коже, ведь до нее он доберется в последнюю очередь, даже если, казалось бы, нет очевидных проблем, чтобы организм залатал дыры, например, для сустава добавить сорбент, глюкозамин, серу. Ну да, вот я и говорю вам, что если ей хочется получить больше эффекта для кожи, то как раз мы можем добавить сюда гиалуроновую кислоту. А если мы говорим про суставы, мы можем добавлять сорбент, глюкозамин, серум и для кожи, и не для кожи, и, кстати, для желудочно-кишечного тракта. То есть у нас МСМ, если мы говорим, он у нас прям вообще универсальный такой. И тоже действует, в общем-то, на все практически те же самые точки приложения. Как мы еще можем ускорить действие коллагена? То есть мы еще с вами можем, естественно, местное, да, то есть действовать на кожу в любом случае. И то, что вы ну, и то, что, знаете, даже сорбенты и глюкозамин, они нам точно так же помогут действовать как раз и для кожи в том числе, и не только для суставов. Потому что, ну, наш организм, он... Вот хороший вопрос очень про то, что доберется, конечно же, в первую очередь туда, куда это более необходимо. Но кожи тоже хватит, поверьте мне. Вот если вы начнете принимать регулярно, постоянно, и еще не только вот, да, коллаген, а еще что-то дополнительное, то результат точно будет. Всему хватит. Если проблемы с кишечником, тоже можно пить. Да, можно и нужно. Это точно. А, да, бывает по поводу побочных еще действий. И сейчас посмотрю еще, что я вам, может быть, недосказала. По поводу побочных действий бывает такое, что ну, какая-то идет не, чувство вздутия какого-то в кишечнике или чувство какой-то ну, там, сытости, вздутия. Но достаточно хорошо переносится вот данный коллаген, потому что, знаете, вот тоже я когда вам тогда про мелатонин рассказывала и про коллаген, сейчас могу сказать, когда-то принимаем мы, ну, пробовали когда-то, да, пили другой коллаген, например, кто-то, да, и не видел какого-то результата хорошего, да, там или какие-то побочные действия. Даже вот мы с вами один и тот же коллаген будем пробовать в разных состояниях, это может быть по-разному восприниматься. А когда это разные производители, разное сырье, разные поставщики сырья, да, то есть это, ну, абсолютно по-другому может переноситься. Поэтому если есть проблемы с кишечником, то можно и нужно принимать. И если даже был какой-то негативный опыт, то стоит попробовать. Ну, если будут какие-то симптомы, ну, непереносимость такое, ну, в принципе, теоретически может быть. Мы с вами помним, что как бы непереносимость, она может у каждого человека быть. Это нормально на любой продукт. Это не означает, что продукт там хорош или нехорош. Это просто какая-то реакция организма на данный момент. Поэтому сейчас я еще гляну буквально, что еще я могла не досказать.
Ну, и вот то, что как раз про желудок и про кишечник, что данная форма коллагена очень комфортно переносится. По крайней мере, вот ваниль и черника, там вообще вопросов к нему нет. Так, про показания сказала. Ну, и еще из противопоказаний какие-то тяжелые формы, уже знаете, тяжелые там какая-нибудь там полиорганная недостаточность и прочее. И тут тоже вопросы такие очень спорные, потому что нам всегда, когда у нас организм не в норме, и особенно когда какие-то тяжелые заболевания, нам структура, она все равно нужна. Поэтому вот здесь вот основная это просто больше непереносимость, а какие-то вот такие системные какие-то коллагенозы, вот прям очень такие запущенные, очень тяжелые заболевания. А все остальное, оно как бы используется. Ну, вроде бы я вам все сказала, то есть относитесь к тому, как коллаген, что коллаген это просто часть, ну, необходимая часть нашей еды, ну, и как еду, собственно говоря, мы его используем. Поэтому у нас с вами есть варианты, есть целых три формы. Каждый для себя выбирает ту самую удобную форму, которую им комфортно принимать. Это тоже очень здорово, что есть выбор всегда. И, собственно говоря, я вам желаю. Так, я вроде бы на все вопросы ответила, у меня высвечивается, как будто я на что-то не ответила. Мне кажется, я на все ответила. Я вам желаю быть здоровыми, чтобы ваша кожа была красивой, каркас был таким, так скажем, плотным, качественным и помогал вам жить и чтобы вы легко двигались и были здоровыми. И на этом говорю вам до свидания.